Ah.
Кришна, 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 Харе, Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе, Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна, Кришна. Thank you.
Thank you.
Своего друга Господа, говорит о том, что ты величайшая личность, ты самый милостливый, ты самый удивительный, все великие мудрецы прославляют, возвещают эту истину. То есть Арджуна приходит в состояние особого воодушевления, восторга. Это произошло один единственный раз за все время повествование Бхагавад-гиты. Вот. И эти стихи называются четухслокой, то есть это четыре основных стиха Бхагавад-гиты. Вот. И так случилось, что в своей проповеди в Германии я часто ссылаюсь на эти стихи, и сейчас я хотел также прочитать один из стихов. Это 9 текст 10 главы Бхагавад-гиты. Я прочитаю санскрит. И перевод на русский язык, комментарий Шрилы Прабхупады. Матчита магата прана бодхаянта параспарам катхаянташча мам нитьям тушьянтича романтича. Все мысли моих чистых преданных поглощены мной, и вся их жизнь посвящена мне. Всегда деляясь друг с другом знанием и беседуя обо мне, они испытывают огромное удовлетворение и блаженство. Еще раз. Все мысли моих чистых преданных поглощены мной, и вся их жизнь посвящена мне. Всегда делясь друг с другом знанием и беседуя обо мне, они испытывают огромное удовлетворение и блаженство.
Тане. Чистые преданные, описанные в этом стихе, целиком посвящают себя любовному служению Господу. Их умы постоянно сосредоточены на лотосных стопах Кришны, и они говорят только на духовные темы. Здесь описаны отличительные черты чистых преданных. Такие преданные день и ночь прославляют качество и деяния Господа. Их сердца и души всегда погружены в Кришну, и говоря о Нем с другими преданными, они получают от этого огромное удовольствие. На начальном этапе преданного служения источником трансцендентного блаженства для них является само служение Господу. А достигнув духовной зрелости, они обретают любовь к Богу. На этом трансцендентном уровне они наслаждаются вкусом высшего блаженства, которое царит в обители Господа. Господь Чайтанья сравнивает преданное служение с семенем, посаженным в сердце живого существа. Бесчисленное множество живых существ скитается по Вселенной, переходя с одной планеты на другую, и лишь очень немногим из них выпадает удача встретить на своем пути чистого преданного, который посвятит их в тайны преданного служения. Преданное служение подобно семени, которое попадает в сердце человека. И если такой человек постоянно слушает и повторяет «Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе», это семя дает всходы. Подобно тому, как прорастает семя дерева, поливаемое водой. Духовный росток преданного служения постепенно поднимается все выше и выше, и пройдя через оболочки материальной вселенной, достигает сияния Брахмаджьоти в духовном небе. Продолжая расти, это древо преданного служения достигает высшей планеты духовного неба, Галоки Вриндаваны, высшей обители Кришны. На Галоке Вриндаване оно находит прибежище под сенью лотосных стоп Кришны и остается там навсегда. Так же, как обыкновенное растение, росток преданного служения начинает цвести и плодоносить, если преданный поливает его водой слушания и повторения. Полное описание древа преданного служения приводится в Чайтанья Чаритамрите, Мадхья Лила, 19 глава. Там сказано, что когда росток служения находит прибежище под сенью лотосных стоп Верховного Господа, сердце преданного переполняет любовь к Богу. Такой преданный ни мгновения не может прожить без Господа, как рыба не может жить без воды. В этом состоянии преданный, соприкоснувшись с Верховной Личностью Бога, обретает все духовные качества. Очень много рассказов о взаимоотношениях Верховного Господа и Его преданных содержится в Шримад Бхагаватам. Поэтому Шримад Бхагаватам так дорог преданным. Как сказано в самом Бхагаватам, 12 песня, 13 глава, 18 текст, Шримад Бхагаватам Пуранам Амалам Яд Вайшнаванам Приям. В этом писании ничего не говорится о материальной деятельности, экономическом процветании, чувственных наслаждениях или об освобождении. Шримад Бхагаватам – единственное произведение, где в полной мере описана трансцендентная природа Верховного Господа и Его преданных. Поэтому те, кто полностью развил себя в сознании Кришны, постоянно испытывают наслаждение, слушая эти трансцендентные произведения, подобно тому, как юноша и девушка наслаждаются общением друг с другом.
Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Первая вещь, которую нужно уяснить из вед, она заключается в том, что существует Верховный Господь и существует Его природа, Его мир. Господь и Его мир, они подобны юноше и девушке. То есть это мужское начало и женское начало мироздания. Подобно тому, как при соединении мужского и женского начала возникает жизнь, подобно этому, когда Господь соединяется со своим миром, возникает йога. То есть возникает, пробуждается истинная жизнь. Духовной жизни. То есть Господь, Он является оплодотворяющим началом или источником сознания, источником жизни. А природа Его является воплощением семени сознания или жизни. То есть природа дает, как бы проявляет пространство, взаимоотношения, воплощает то, что дает Господь. И вот связь между этими двумя началами, Пуруши и Пракрити, она определяет все, что нам нужно знать о жизни. Есть Пуруши, есть Пракрити, есть мужчина, есть женщина. Поэтому я цитировал в Кёльне, это библейское утверждение, в Библии говорится, что человек создан по образу Господа. Человек сотворил. Господь сотворил человека по своему образу, говорится в Библии. Мужчину и женщину сотворил их. Почему так говорится? Потому что человек создан, вот человек, как мужчина и женщина, да, который творит жизнь, создан по образу Творца, потому что Творец есть мужчина и женщина. Хара и Кришна. Поэтому мы повторяем. Сам повторяем. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Когда мы повторяем эту мантру, то Пуруши и Пракрити, они соединяются в нашем сердце. Возникает йога. Потому что повторение Харе Кришна Махамантры, это не что иное, как обращение к Господу. Но не напрямую, поскольку это невозможно, Господь непостижим, а именно через Его Пракрити, через природу. Хара – обращение к нашей Матери, к женскому началу Божественному. Кришна – обращение к нашему Отцу. В
Таким образом, повторяя Харе Кришна мантру, мы повторяем абсолютную истину. Это абсолютная вибрация является воплощением абсолюта. В ней есть мужской и женский принцип в йоге, в состоянии единения. Но что происходит в материальном мире? В материальном мире человек пытается имитировать Бога. Поэтому мужчина ищет женщину, чтобы соединиться с ней, а женщина ищет мужчину. И мужчина думает, что вот если он найдет себе женщину, он будет наслаждаться. А женщина думает, если она найдет мужчину, она будет защищена. Но проблема заключается в том, что они оба не связаны с Радхой и Кришной. Поэтому их отношения содержат в себе вирус иллюзии. То есть природа, когда она оторвана от Пуруши, от Кришны, она находится в состоянии майи, иллюзии. То есть природа, у которой нет покровителя, Верховной Личности Бога, есть не что иное, как невежество. Поэтому мы находимся в этом мире отношений. Мы находимся в мире природы. Но поскольку люди не связаны с Пурушей, а они попадают под влияние невежества и испытывают страдания. Каждый мужчина и каждая женщина, они думают, что вот они будут счастливы. Каждый думает, что вот он будет счастлив через вот эту йогу, так называемую. Но никто еще счастливым не становится. Сплошные разочарования и страдания. Почему? Потому что они не знают о том, что они должны вместе поклоняться божественной чете. Изначальной паре. Если они не связаны с ним, их чувства нечисты, в их сердце присутствует иллюзия. И все их попытки установить счастливые взаимоотношения друг с другом, они обречены на неудачу. Поэтому есть такая поговорка, что мужчина и женщина счастливы не тогда, когда они просто смотрят друг на друга, а тогда, когда они смотрят в одном направлении. Что это за направление? Бог. Не просто Бог, это Радха и Кришна. Меня больше всего поражает то, что люди, называющие себя христианами или там вайшнавами, они не понимают элементарные вещи, что сфера взаимоотношений, в которой нету Бога, она обречена. Обычно человек бежит к Богу тогда, когда у него все плохо. Когда у него какие-то страдания, проблемы. Но, как здесь Шрила Прабхупада объясняет в комментарии, чистый преданный – это тот, кто он не может без Кришны, как рыба не может без воды. То есть для него все любые взаимоотношения, они имеют смысл только постольку, поскольку в них проявляется Господь. Если Господь не проявляется в этих взаимоотношениях, он понимает, что это просто эксплуатация. Либо ты пытаешься кого-то эксплуатировать, либо тебя пытаются эксплуатировать. Только те взаимоотношения, когда нас связывает Господь друг с другом, они являются чистыми и бескорыстными. Потому что люди, которых связывает Господь, они действуют в преданном служении, они действуют не ради того, чтобы удовлетворить свои какие-то чувства. Но самое поразительное, что при этом происходит, что когда люди отказываются от позиции чувственного наслаждения, своего эгоизма, и начинают вместе служить Кришне,
Только тогда их чувства обретают удовлетворение. Вот это главное чудо сознания Кришны. И именно эту вещь Кришна объясняет в этой шлоке. Он говорит, что когда мои преданные, они собираются вместе, вместе служат, говорят обо мне, они начинают испытывать огромное удовлетворение и блаженство. То есть вот эта вот способность испытывать чувственное удовлетворение, она обретается нами именно в сознании Кришны. Ну, вот то, что я говорю, это просто слова. А реально, по-настоящему удачливым человеком является тот, кто это попробовал на практике. Он знает, что это правда, он это попробовал. Кришна объясняет в Бхагавад-гите, что это знание, оно высшее, именно раджа-видья, раджа-гухья, павитрам, идан, уттанам. Оно чистейшее. Почему? Пратякша вагамам дармям. Сусупкам, картам, авьяям. Оно чистейшее, потому что оно доступно через непосредственное восприятие. И совершая такое служение в сознании Кришны, человек готов его совершать вечно и испытывает это величайшее счастье. То есть сусупкам, картам, авьяям. Авьяям означает вечно, картам означает деятельность, а сусупкам означает состояние счастья. Таким образом, сознание Кришны – это не слова, это не теория, и не философия, даже не религия. Сознание Кришны – это жизненный опыт. Это то, что мы испытываем на реальном своем опыте взаимоотношений с людьми, которые находятся в сознании Кришны. Поэтому, если между преданными, которые практикуют сознание Кришны, нет дружбы, нету любви, нету прити, это значит, что мы не практикуем чистое бхакти. Мы не следуем наставлениям Бхагавад-гиты. Те, кто следует наставлениям Бхагавад-гиты, имеют очень близкие взаимоотношения друг с другом. По-настоящему настоящая близость, она является близостью душевной, не телесной, не какой-то, вы знаете, концептуальной. Она является близостью сердечной. Поэтому, когда вот одного человека интересует Бог, и другого человека интересует Бог, искренне они, верующие, мы собираемся вместе и начинаем о нем говорить, и начиная вместе что-то для него делать, между нами возникают очень близкие взаимоотношения. Вот это и есть решение всех материальных проблем. Потому что все материальные проблемы, вся карма человека, она возникает только от того, что он совершает как бы свою деятельность, не обладая сознанием Кришны. То есть он просто, он одинок. В его сердце нету друга настоящего, Бога. Он не сопровождает нас, и мы не чувствуем его в своем сердце. Если мы не чувствуем в своем сердце присутствие истинного друга, которым является Господь Кришна, то мы не можем быть настоящими друзьями по отношению к кому бы то ни было. Почему? Потому что у нас в нашем сердце не будет ощущения полноты, ощущения радости. Мы не сможем ни с кем поделиться, настоящую дать ценность. То есть друг это тот, кто хочет поделиться чем-то ценным с другим, да? Самым ценным, что у тебя есть. Но как я могу быть другом для другого человека, если я сам не знаю, в чем заключается истина жизни, у меня нет как бы бриллианта, который я хотел бы отдать другому, показать другому. Если у вас есть какой-то бриллиант, вам не имется, вам хочется показать им втихаря, показать, вот смотри,
Видишь, бриллиант. Вот преданный он подобен вот такому человеку, у которого за пазухой спрятан бриллиант, его невозможно ни продать, ничего нельзя с ним сделать. Потому что он как бы, никто просто не поверит, что такое возможно, такая драгоценность возможна. Вы не сможете его обменять на что-то материальное. Все, что вы можете сделать, это просто вот показать ему какое-то, чтобы человек просто поразился чуду, и его жизнь изменилась навсегда. Настоящее богатство невозможно ни на что обменять. Вот проблема, понимаете, с богатством такая вот есть. Его невозможно конвертировать. Его можно только отдать безвозмездно. То есть настоящее богатство, оно делает вас по-настоящему полным. Оно избавляет вас от одиночества. Оно делает вас человеком духовного мира. А люди, которые живут в материальном мире, они думают, что вот если у них есть миллион, они богатые. Но на самом деле они не понимают того, что как бы они обладают просто, как бы они обладают просто иллюзией определенной, которая делает их жадными, как бы усиливает в них страхи какие-то, забирает у них свободное время, забирает у них близкие взаимоотношения с другими. То есть как только у вас что-то появляется материальность, у вас сразу появляются враги. И кто еще у вас появляется? У вас появляются ложные друзья. И при этом у вас отнимается главное достояние человека. Чувство безопасности и свободное время. Я не говорю, что нам надо быть просто бедными, потому что если вы будете бедными, у вас тоже не будет свободного времени. Я говорю о том, что нужно иметь ровно столько материи, сколько необходимо для служения, для того, чтобы быть свободным человеком. Заниматься просто деятельностью, творчеством, заниматься при этом служением. То есть экономическое процветание нужно человеку ровно настолько, чтобы иметь свободное время для чего? Для духовных взаимоотношений. Для того, чтобы общаться с людьми, для того, чтобы растить своих детей, для того, чтобы молиться Богу, никуда не спеша. А кто сейчас может обеспечить себе такое материальное процветание? Скажите, кто? Поэтому в этом мире сейчас, в наше время, люди бедные, тут нет богатых людей. Даже люди, у которых есть миллионы долларов, они бедные, потому что у них нет ни свободного времени, ни спокойного ума, ни друзей, ни как бы вот этой полноты душевной. В чем их богатство? Конечно, находясь в этом информационном пространстве, мы думаем, ну нет, как бы тут есть стандарты определенные, мы стремимся там, к материальным стандартам. Но это просто влияние калия. Калий это такой менеджер, очень хороший, который сумел все очень хорошо организовать. Средства массовой информации, системы образования. И люди. Как Шрила Прабхупада говорит, в мире нет ни одного учебного заведения, представляете, при всем этом информационном разнообразии, наличии самых продвинутых школ, университетов, в мире нет ни одного учебного заведения, где людям бы объясняли, кто такой человек. Ну просто, кто такой человек? Ну, казалось бы, простой вопрос. Вот ребенок рождается, и первый вопрос, который у него возникает, кто я такой?
И для чего я родился? То есть в чем смысл моей жизни? Да? Это два вопроса, с которых начинается жизнь вообще человеческого существа. И по сути дела, вот ребенок, пока еще ему мозги не промыли, у него есть эти вопросы. И после того, как он заканчивает школу, институт, у него этих вопросов уже нет. Потому что калий, он ему объясняет, что быть человеком значит участвовать в крысиных бегах этой цивилизации материалистической. И все, и человек превращается в такого, ну как бы, даже не крысиных, как хомячок такие, хомячки. Так возникает ситуация, когда человек предает главный дар Бога, человеческую форму жизни. То есть человеческая форма жизни – это единственная форма жизни, в которой можно задавать философские вопросы. Ни животные, ни даже полубоги не обладают такой уникальной формой жизни, как человеческая. Животные не обладают, ну, как бы необходимым вот этим разумом, да, который дал им Господь. А полубоги, у них другая проблема, у них слишком высокий стандарт материального счастья, им не до самоосознания. А у человека, у него, как сказать, человеку очень хорошо понятны проблемы жизни. И при этом у него есть свободное время и разум, чтобы задавать вопрос, а вообще что, а вообще для чего это все, и что с этим делать. Но если у человека отнимается свободное время, и у него и его отнимается разум с помощью лживой пропаганды, вот этой материалистической, то фактически означает, что человек, он как бы по своему статусу становится ниже, чем животное. Потому что в отличие от животное, в отличие от человека, не может нарушать законов природы. Оно живет в соответствии с замыслом Господа, в соответствии с инстинктами. То есть животное всегда живет в гармонии с природой. А что делает человек? Нет, человек не таков. Человек решает присвоить эту природу. То есть он желает стать, как бы, идти по стопам демона Кали. То есть демоны — это те, кто отрывают природу от Господа, пытаются ее присвоить себе, наслаждаться природой. То есть они пытаются сами быть Богом. Вся история цивилизации, фактически человеческая, в разные периоды, это история попыток присвоения природы Господа. Например, мы знаем Рамаяну, да, эпос Рамаяна. Это история того, как демон Равана решил похитить мать Ситу, которая, ну, супругу Господа Рамы, да? И фактически вся Рамаяна посвящена тому, как живые существа объединились в стремлении вызволить Сита Деви из плена Раваны и вернуть ее Раме. И по сути дела Рамаяна, это эпос, говорит о том, чем должны заниматься живые существа. Они должны объединиться вместе для того, чтобы помочь Господу вернуть его природу, похищенную природу. То есть мы должны сражаться в армии Господа Рамы. Наше предназначение. Вместо этого мы, питаемся подачками кали. Ну и живем так же, как живут все остальные люди в этом материальном мире. Итак, человек
обладает способностью быть богоподобным, то есть быть другом Господа. У него есть такая способность, как Арджуна, которому Кришна рассказывает Бхагавад-гиту, он друг Кришны. И итогом Бхагавад-гиты является то, что Арджуна соглашается сражаться. То есть Бхагавад-гита начинается с того, что Арджуна не хочет сражаться. Почему? Потому что он пал духом в виде вот все эти проблемы. Вот как мы падаем духом в виде проблем, которые нас окружают, мы думаем, ну может просто сидеть, повторять где-нибудь в уголке Хари Кришна, зачем это сражение вообще? Ну, зачем ввязываться во все это? Какая-то проповедь там, какие-то беспокойства. Да еще вот эти люди, они родные, близкие, они вообще злятся на нас, что мы практикуем сознание Кришны. Может быть лучше просто, вот, может лучше как-то просто вот сидеть, никого не трогать в уголке где-нибудь. Просто повторять Хари Кришна, а вось да с мешочком в руках удастся дожить до смерти. И Кришна говорит, тот, кто в момент смерти помнит обо мне, он возвращается домой. Есть такие мысли, да? Посещали. Проблем, есть небольшая проблемка. Она заключается в том, что вы Кали так не проведете. Он гораздо умнее, чем вы думаете. Он знает эти ваши мысли. Поэтому в ИСКОН приходит очень много преданных, ну, становятся преданными. Очень много тех, кто пытались повторять Хари Кришна. Но реально в ИСКОНе остается, может быть, процентов 10 или 5 тех, кто в него приходит. Почему? Вот именно из-за этого умонастроения. Умонастроение хомячка такого, который получил милость и хочет теперь ее, так сказать, для себя просто. Вот так. Знаете, как хомячок, вот он ничего не получил, он погребет от себя и спрячет где-нибудь там у себя в норке. И он думает, что он там просто будет жить, и его оттуда не достанут, из этой норки. Но так уж получается, что достают всех. И в чем причина этого? Причина заключается в могуществе энергии взаимоотношений. Как есть санга, санга означает взаимоотношения. И есть два вида санги. Есть сад-санга. Есть асад-санга. Сад-санга означает, когда мы общаемся с людьми, неважно, преданными или непреданными, но мы общаемся в сознании Кришны. А асад-санга означает, что мы общаемся с людьми, неважно, преданными или непреданными, но при этом у нас нету вот этого вот, как бы вот, как бы в центре нету Кришны. Что происходит? Когда, то есть санга – это природа Господа, это могущественная энергия природы, общения. То есть человек, говорится, есть такая поговорка, Прабхупада иногда ее приводил, что человек – это социальное животное. То есть, иначе говоря, основным фактором, влияющим на сознание человека, является общение. Вы можете понимать очень глубоко философские истины сознания Кришны. Но ваша судьба, ваше будущее будет определяться вашим общением. Как вы общаетесь? Я не хотел портить вам настроение. Я на самом деле мое послание позитивное очень. Не знаю, заметили это или нет. Но я просто пытаюсь объяснить, что нужно жить, стремиться жить интересной жизнью в сознании Кришны. И вот эта интересная жизнь, она начинается тогда, когда вот мы читаем Прабхупаду. И когда мы читаем, мы думаем, а какое это практическое имеет значение? То есть как я могу общаться с людьми, вот, в том ключе, о котором Прабхупада говорит. Это не означает, что нужно всем
ходить, говорить. Почему не повторяешь Харе Кришна? Повторяй Харе Кришна и будь счастлив. Речь не о том, чтобы быть занудой. Речь о том идет, что вот вы общаетесь с человеком, вы понимаете, что вы должны видеть, что этому человеку, так же как и вам, нужен Кришна. И если вы это понимаете, вы начинаете думать, как же проявить Кришну между нами. То есть не то, что у меня уже есть Кришна. Я такой, знаете, крутой кришнаит. И я думаю о том, как же запроповедовать эту несчастную душу. Ты сам-то счастливый вообще, чтобы другим проповедовать. Поэтому Кришна здесь, в этом стихе, он предлагает совсем другую программу. Он говорит, нет, не то, что вы должны кому-то, значит, в сознании Кришны вот, двигать. Знаете, вот как это делают некоторые миссионеры религиозные. То есть они ходят и всем впаривают свою религию. Нет, Кришна другую вещь здесь употребляет, очень интересное словосочетание. Бодхаентах параспарам. Вот очень интересная фраза. Дело в том, что бодхаентах параспарам означает буквально, что люди вступают друг с другом в разумный диалог. То есть они не просто говорят как бы абсолютную истину, готовую какую-то, а люди спрашивают о чем-то других, интересуются чем-то, сами, значит, ну то есть, ну, как бы есть разумный диалог. То есть, иначе говоря, сознание Кришны, оно на основе разума как бы принимается нами и обсуждается на основе разума. Поэтому Шрила Прабхупада, вы можете увидеть, он никогда никому не навязывал сознание Кришны. Он всегда какие-то, ну, то есть людей выводил на какой-то разумный диалог. То есть у него всегда была вот эта вот какая-то удивительная способность обращаться к человеческому разуму. Вот в этом весь Прабхупада. Вот обратите внимание. В этом смысле сознание Кришны что-то вообще противоположное современной религии. Потому что если вы возьмете религиозные учения этого мира, ну за исключением, может быть, буддизма, что буддизм, собственно, это не религия, это субрелигия, потому что там о Боге ничего не говорится. Это скорее психологическое учение больше. Если взять религии, которые есть в этом мире, то у них есть очень интересное свойство у всех. Они как бы не очень хорошо относятся к сомнениям людей. То есть они как бы не предполагают разумного, как сказать, разумного доказательства или разумного свидетельства. То есть существующие религии в этом мире, они делают акцент на слепой вере. И это считается достоинством. Если человек верит без доказательств, это считается, что вот он настоящий верующий. Я не знаю, вы знакомы вообще с авраамическими традициями, христианство, ислам, как бы так, иудаизм. Там упор делается именно на то, что человек не подвергает сомнению учения. Именно в этом его добродетель, что он принимает учение слепо. А Шрила Прабхупада говорит прямо противоположную вещь. Он говорит, что истинная религия – это та религия, которая находится на платформе разума, которая предполагает сомнения, разумные вопросы, диалог и так далее. Поэтому сознание Кришны – это нечто уникальное. Оно не, как бы отличается от того, что мы называем религиозным явлением в этом мире. И поэтому, когда я когда думаю о судьбе этого мира, что будет происходить вообще со всеми нами, с людьми, с нашими детьми, с будущими поколениями, я понимаю, что религия не решит проблемы как бы этого общества, этой цивилизации. Проблема общества может решить именно разумный диалог. То есть диалог в сознании, в богоцентрическом сознании, когда в центре находится истина.
То есть если ставят люди в центр диалога не свои амбиции, не свою веру, не свои представления, а в центр этого диалога ставится истина, откровение, сердце. Вот это и есть сознание Кришны. Поэтому сейчас Кали-юга, дорогие, преданные. А что такое Кали-юга? Кали-юга – это время, когда люди не хотят... То есть люди просто ссорятся. Люди находятся в состоянии какой-то постоянной неприязни, предубеждений. То есть у людей, как бы, люди находятся в состоянии неприязни, в состоянии отчуждения друг от друга. А почему люди имеют отчуждение? Почему природа разрушена, нет близких взаимоотношений между людьми? Потому что зависть, гордыня, они очень популярны. Зависть, гордыня, да. Различия не принимают. А? Не принимают различия друг друга. Люди не принимают различия друг друга. Я согласен. Причина заключается в том, что есть двое. Двое означает двойственность. Это означает, либо я подстраиваюсь под тебя, либо ты подстраиваешься под меня. Вот что означает двое. А должно быть трое. Трое означает, есть двое и есть Кришна между нами. Вот это взаимоотношение. Тогда я говорю что-то другому человеку, и я говорю не просто свое мнение или свое предубеждение, я говорю ему что-то, и при этом я слушаю свое сердце, я слушаю Кришну. Вот то, что я сейчас говорю, это правда? Может, лучше сначала спросить у него, прежде чем говорить? Может, я говорю то, чего я не знаю? Может, спросить у самого человека, прежде чем что-то говорить ему, да, о нем? Спросить его понимание. То есть, когда человек в сознании Кришны находится, когда Кришна связывает нас, то тогда нету двойственности. Двойственность уходит. Нету вот этой вот зависти. Потому что что такое зависть? Зависть означает, когда есть двое, то в вашем подсознании есть эта идея. Кто из нас вообще, кто из нас выше? Кто из нас прав? Он выше меня или я выше его? Он прав или я прав? Вот это зависть. Зависть означает, что человек постоянно сравнивает себя с другими. У него есть комплекс постоянной неполноценности. То есть зависть означает, что я считаю себя либо лучше кого-то, либо хуже. Это неполноценно. Человек неполноценен. Завистливый человек, он неполноценен, потому что он не находится в единстве с собой, он себя как бы не ощущает, он все время себя как бы меряет по тому, что о нем говорят окружающие, что о нем думают окружающие, что он сам думает по поводу там, того, что происходит. То есть человек постоянно находится в какой-то вот в этой возне умственной. Поэтому сознание Кришны, дорогие преданные, начинается тогда, когда мы учимся искусству разумного диалога. А что это за разумный диалог? Это то, о чем Кришна здесь говорит, бодхаянтах параспара. А что такое бодхаянтах параспара? Это когда то, что мы обсуждаем с другими, как-то связано с Богом. Катхаянташчинам нитьям. Это должно быть связано как-то со мной. Тогда это бодхаянтах-параспара, разумный диалог. Иначе это неразумный диалог. Катхаянташчинам нитьям, тушьянтичам и нитичам.
Так у вас развиваются очень близкие взаимоотношения. Вы начинаете испытывать тушти. Тушти означает удовлетворение, полноценность. Также романтия. Романтия значит счастье, блаженство. Хотите в тушти и романтии? Непонятно пока, да? Пока непонятно. Ну ладно. Может, какие-то вопросы созрели? Что-то есть? Спросите. Да. Скажите, пожалуйста, вот вы сказали так интересно, что пока человек не почувствует Кришну, друга в своем сердце, он не может стать другом, другому человеку, потому что у него не будет этой полноты. Скажите, пожалуйста, как в это поверить, что Кришна в сердце, что он лучший друг, и как удержать это? Потому что иногда бывает момент, если ты это чувствуешь, но на повседневной платформе вот удержать это не получается. Как вот этого достичь? А просто относитесь к Богу как к другу, вот и все. И Он ответит вам, Он даст вам свидетельство своей дружбы. Знаете, что значит относиться к Богу как к другу? Это значит не просто верить в Него, а доверять Ему, полагаться на Него. Вот просто, вот какую-то вещь, допустим, планируете, там у вас вот что-то важное для вас вот сейчас происходит, например, вы скажите: Кришна, вот тут на лекции сказали, что ты мой друг. Вот если ты мой друг, давай как-то вот, я вот по-дружески с тобой буду, я просто полагаюсь на тебя вот в этой ситуации. А ты уж, пожалуйста, ответь мне взаимностью как друг. С Кришной надо вот так обращаться. Кришне это нравится. То есть, когда к нему не просто верят, как религиозно, а к нему как к живой личности обращается, как реальному человеку. Ты друг или не друг? Если ты друг, веди себя как друг. Вот тогда Кришна отвечает как друг. А если у нас просто какая-то идейка такая есть, просто, ну, Бог, там, он вроде как друг, и так далее, то есть мы реально это в своей жизни не делаем, у нас и не будет протягшего, то есть непосредственно опыта. И вот это самое прекрасное, что я сегодня услышал. Еще вопрос есть? Нет, еще вопрос. Вот вы сказали, надо быть интересным в сознании Кришны. Что это значит? Что сознание Кришны должно быть интересным. Надо быть интересной личностью в сознании Кришны. Вот я понимаю, да, вот есть люди, вот, например, у меня есть близкая подруга преданная, и она много лет вообще не живет с преданными, и столкнулась с таким фактом, что надо социально реализовываться. И она начала социально реализовываться просто в жизни. Ну, то есть как-то искать свое место в социуме. А как это делать? И она становится действительно интересным человеком, есть чем-то сказать, какие-то интересы появляются и так далее. Вот это понятно. А как стать интересным в сознании Кришны? Вот вы сказали такую фразу, надо быть интересным в сознании Кришны, чтобы тебе было о чем поговорить другими людьми. Ну, во-первых, чтобы быть интересным в сознании Кришны, нужно быть социальным человеком. Потому что если вы не социальны, как вы можете быть интересным в сознании Кришны? Вы же с людьми не общаетесь обычно. Как вы можете стать интересным в сознании Кришны? Дело в том, что вы становитесь интересным в сознании Кришны тогда, когда вот вы видите дживу. Эта джива, она не находится в контакте с Богом, то есть она забыла о Боге. И вы чувствуете ее психологическое состояние деструктивное. То есть у этой дживы проблемы психологические, житейские, правильно? И когда вы видите таким образом этого человека, эту душу, вы видите ее в сознании Кришны, вы как бы обращаетесь к Богу, к этим вопросам.
что я могу, ну как бы, как я могу помочь этому человеку, что я могу для него сделать, да? То есть возникает, у вас возникает, естественно, дружеский импульс. И вы в этот момент, у вас появляется определенный, как бы, Кришна вам дает определенные какие-то слова или еще что-то. Вы становитесь интересным для этого человека. Вы становитесь интересным для этого человека просто потому, что вы, ну, как бы, обращаете внимание на этого человека. То есть этот человек вам не безразличен. Вот и все. Нам ведь кто интересен? Кто, кому мы не безразличны, правильно? Поэтому если вы видите, что вот этот, ну, как бы, вот человек, у вас возникает ему дружеское чувство, вы становитесь интересны для него в сознании Кришны. Все. Я знаю огромное количество примеров. Знаете, как это мистически действует? Когда у людей появлялся интерес к духовной жизни просто потому, что у них возникало хорошее отношение к преданному, как к человеку. Ну, просто вот, дружеское чувство. Ну, какое? Ну, просто преданный, хороший человек. Все. И у него это называется бхакти агьята сукрити. То есть человек обретает благочестие, духовное благочестие просто потому, что он хорошо относится к преданному. Или к преданному конкретному. Иногда преданный пытается проповедовать своим родственникам. Я говорю: преданный, пожалуйста, не проповедуйте своим родственникам. Самая лучшая проповедь для родственников – просто любите своих близких в сознании Кришны. Просто любите их. Больше ничего не надо делать. И ваши близкие через вас будут любить Кришну. Знаете, как это происходит? Это закон взаимоотношений. Этот человек любит меня. Правильно? Любит. Я это чувствую. По поступкам его, по чувствам, по эмоциям и так далее. И этот человек любит Кришну. Я же это тоже это знаю. Он преданный. Значит, я люблю Кришну. Так действует закон взаимоотношений. Логика очень простая, это подсознательная логика. Этот человек любит меня, и он любит Кришну. Значит, то, что он меня любит, это от Кришны. Значит, Кришна любит меня. А раз Кришна любит меня, значит, я люблю Кришну. Это вопрос, это как бы, это закон взаимоотношений. Но если он преданный Кришне, и у него при этом, ну, как бы, такие ко мне какие-то холодные отношения, то есть такие очень странные, какие-то отчужденные, и при этом он мне что-то про Кришну рассказывает, я никогда не приму Кришну. Знаете почему? Потому что мое сердце, мое подсознание говорит мне, что Кришна стал проблема во взаимоотношениях между мной и близким мне человеком. Из-за него этот человек не развивает со мной близкие взаимоотношения. Вы понимаете, что происходит? Особенно эта проблема у детей возникает, потому что дети живут своим, как бы, ну, своим подсознанием, то есть они живут своими внутренними какими-то неосознанными ощущениями. Если для отца или матери ребенок является, то есть ребенок чувствует, что он мешает родителям практиковать сознание Кришны, мешает джапу повторять или еще что-то делать, ребенок не может стать преданным. Даже если вы ему четки в руки суете постоянно и говорите: кланяйся Кришне, давай, на, вот тебе кушай гулабджамун, вот тебе просад от Кришны. Если ребенок чувствует, что родитель пытается его просто сделать преданным, но не любит его просто вот естественной любовью, ребенок не становится преданным. Потому что сознание Кришны – это любовь.
Это не идея какая-то, просто философия, это любовь. Если мы не можем эту любовь проявлять к людям, которые нас окружают, где наше сознание Кришны? Это просто идея определенная, вот просто в голове, просто философия, не более того. Кришна в сердце находится, его как бы не обманешь, и живое существо тоже не обманешь. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, быть интересным человеком для других означает быть просто хорошим человеком. Но вот эта хорошесть, она идет не просто от того, что мы хотим быть хорошенькими. Она просто связана с тем, что мы видим этого человека как душу, мы видим его как частицу Кришны, и поэтому мы проявляем, естественно, вот взаимоотношения, душевные отношения. Что значит, вот там в комментарии было, что Лиана Бхакти, она достигает лотосных стоп Господа. Ну что это такое? Лотосные стопы. Дело в том, что лотос это в восточных традициях, в ведической традиции, это как бы символ красоты, да? Символ красоты. И у лотоса есть еще одно значение, то есть лотосный стоп означает, то есть это как бы то место, где находится, то есть это символ семьи Господа. То есть там находится его преданный лотосный стоп. Поэтому находиться в лотосных стопах Господа значит находиться в духовном мире, находиться, как бы иметь прибежище, иметь семью духовную в качестве прибежища. Лотосные стопы Господа находятся только там, где живут его преданные, то есть в храме, в духовной семье. И если нету. Если между преданным нет взаимоотношений духовных, там как бы туда Господь, как бы там Господь не ходит, то есть там нет его стоп. Стопы Господа. Обычно стопами Господа отмечен Вриндаван, святая Дхама, то есть то место, где живут преданные, которые находятся вот в этом состоянии. Вот Хайнтар Параспарам, Катхайнтар Чамамитям, то есть это описывается Дхама, обитель Господа, да? То есть обитель его. Это то место, где находится его лотосный стоп. Вот. Поэтому находиться в лотосный стоп Господа значит находиться среди его преданных, находиться в духовной атмосфере, в семье. Сказано, что Лиана Бхакти, она выходит из сердца и достигает лотосных стоп Господа. Вот это Лиана Бхакти, это, что значит эти слова? Лиана Бхакти означает наш опыт взаимоотношений с Господом. Этот опыт постепенно расцветает. Он вырастает из этого семечка, которое сажает наше сердце чистой преданности. Он дает нам истинное понимание сознания Кришны, свободное от кармы и от гьяны, от отвлеченной философии. То есть он дает истинное семя бхакти, и когда это семя, то есть семя это что-то незаметное, вы можете даже не заметить, как это семя проникает в ваше сердце. Но если оно оказывается там, и вы поливаете его, повторяя Хари Кришна, то что происходит?
постепенно из этого семени проклевываются два листика, два лепестка. Потом это деревце, оно превращается постепенно в дерево, начинает расти. То есть это дерево нашего опыта взаимоотношений с Господом, нашей дружбы с Господом, наших личных отношений с Кришной. Оно постепенно, постепенно начинает расти. И когда это дерево дает плод, на нем вырастает плод, то это достижение, означает достижение премы. То есть према означает всепоглощающую любовь к Кришне. Значит, наше дерево, оно, как сказать, нашло прибежище в духовном мире. То есть, если плод прямо созрел, это значит, что мы уже находимся в духовных взаимоотношениях с Господом и с Его преданными. Спасибо. Это очень важно, что для нас очень важно, как бы то, что мы слышим, через свое сердце пропускать, через свой опыт. Что это означает для меня? Что это на самом деле такое? Не просто вот какая-то правильные слова, а что конкретно для меня это означает? Что я могу с этим делать? Что это значит для меня? Вот это очень признак ученичества. Химической полиции. Можно еще? Я бы хотела еще немножко к теме общения с непреданными, то есть вернуться. Просто так часто бывает, что вот, ну, так искренне как-то какой-то посыл имеешь к человеку, да, который непреданный, то есть и там, ну, начинаешь с ним общаться, то есть быть интересным, ну, являешься уже интересным, да, то есть, вот. Но как-то иногда, вот, что ли, себя какое-то, не знаю, меня даже интересует, какое нужно настроение, что ли, может быть, иметь. Что когда ты общаешься с человеком непреданным, да, не как-то не сильно, что ли, заражаться тем, что, ну, обсуждением его каких-то тем, потому что ловишься на том, что, вот, с одной стороны, ты пытаешься помочь, там, что-то, может, вывести на каких-то авторитетов или еще что-то, если какие-то проблемы пытаешься, ну, как-то с ним обсуждаешь, да. Но чувствуешь себя тоже, как будто ты заражаешься его какими-то мыслями, то есть ловишь себя потом в течение дня на том, что ты как будто какими-то чужими проблемами, что ли, начинаешь жить, когда, может, не знаю, может, у меня просто этого общения слишком много с непреданными. Я не знаю, может, какой-то есть просто рецепт хочется какой-то такой, чтобы быть защищенным от вот такого сильного, уж, не знаю. Понимаете, вот... В Кёльне у нас был похожий разговор, вот, который вы сейчас поднимаете, вопрос. И я объяснял там преданным разницу между служением и выслуживанием. Дело в том, что когда мы общаемся с другим человеком, очень важно не выслуживаться перед ним. Служение человеку означает, вот, допустим, человек что-то нам говорит, какие-то свои проблемы там. То есть, как правило, если человек находится не в здоровом состоянии, он просто хочет... Он просто хочет там, ну, погордиться чем-то там, похвалиться, то есть, ну, как перья какие-то распускает, да, человек, или он просто какие-то проблемы на нас гружает, да, свои. Вот. И вопрос, что мы сейчас с этим будем делать? Если мы, как сказать, если мы хотим быть интересными в сознании Кришны для человека, это не означает, что мы должны перед ним сейчас выслуживаться, то есть просто сидеть и грузиться всем этим. Нет, мы для этого не будем, мы, это просто приведет к тому, что человек удовлетворит свою какую-то потребность и просто выбросит нас как пустую, ну, как просто бумажку какую-то. То есть люди таким образом друг друга просто используют, как говорится, урна, знаете, для сбрасывания своего мусора. Поэтому человек, вот, допустим, что-то нам говорит, и нужно его вернуть просто к самому себе и сказать, вот сейчас... Я очень благодарен, что мне сейчас это все рассказываешь, да? Я хочу понять, вот ты сейчас это делаешь для того, чтобы вот решить свою проблему, или ты просто сейчас, ну, хочешь, как бы, чтобы я тебя пожалел? То есть вот что сейчас происходит? Понимаете? То есть вы показываете человеку вот реальную ситуацию, которую, то есть вы возвращаете его к своему собственному сознанию. То есть сознание Кришны означает, что мы не потакаем человеку и не отвергаем его.
мы благодарны, что человек проявил к нам доверие, что-то рассказывает. И теперь наша задача проявить дружелюбие. А друг это кто такой? Друг это не тот, кто человека за ушком чешет. Просто. Друг принимает, но при этом он конкретно помогает. А не просто, знаете, там чувство удовлетворил, так сказать, потешил человека и все, отправил его дальше страдать. Нет, так друг не поступает. Поэтому если у нас настоящее отношение с человеком, нужно вернуть ему ситуацию, чтобы он увидел, ну как бы он почувствовал, что мы реально ему помогли. Вот, вот тогда мы интересны в сознании Кришны. Надо учиться этому. Очень тяжело. А? Очень тяжело помочь человеку, если он не готов. Ну вот на эти слова. А вы не ищите слова, вы спросите у самого человека, цель какая этого, вот, того, что сейчас между вами происходит. То есть не надо его наставлять, просто помогите ему самому увидеть этот путь. Я вот сегодня пытаюсь эту вещь объяснить. Не нужно выступать в качестве авторитета такого, который что-то человеку впаривает. Нужно вступить в разумный диалог. Когда человека возвращает к самому себе, он благодарность чувствует, потому что ему дает опору в его собственной душе. Разумеется, это очень, очень большое, большая тема. Это надо конкретно сидеть месяцами. Вот это образование, как бы, оно должно происходить систематически, но бесполезно обучать человека, который не залез в воду. Нет смысла обучать плавать того, кто не залез в воду. Поэтому приходите к преданным и задавайте друг другу эти вопросы. Я вижу, что у вас есть интерес к духовному знанию, но я не чувствую, что у вас есть опыт вот этого разумного диалога, что вы друг другу как бы друг друга спрашиваете вот об этих житейских, о применении духовного знания в житейских вопросах. По вашим реакциям, ну не все, конечно, но большинство, я не чувствую, что у вас есть такой опыт. Потому что в этом заключается настоящее образование. Вы берете книги Шрилы Прабхупады, садитесь вместе и начинаете не просто вот прочитали что-то, ну понятно, ладно, все понятно. Галочку поставил, знание какое-то получил. Нет. И вы не уходите до тех пор, пока вы не поймете, а как вот это вот все, какое-то практическое имеет значение вообще в моей жизни, как это применять. Иначе какой смысл в этом? Вы просто адаптируетесь в религию, но вы не получаете сознание Кришны. Религиозных людей в этом мире достаточно. Прабхупада пришел не для того, чтобы очередную религию принести. Он пришел, чтобы дать вам сознание Кришны. А сознание Кришны – это вещь актуальна для всех людей, без исключения, независимо, преданы они или не преданы. Для всех актуально. Потому что же сознание Кришны – то, что решает жизненные проблемы. Но если вы не обсуждаете это знание с точки зрения вот именно житейской, то вы даже свои проблемы не можете решить. Что уж говорить о том, чтобы людям давать сознание Кришны. Так что, дорогие мои, завязывайте с формализмом. Давайте уже как-то поживее. Давайте закончим, да? Все, Прабхупада ки джай. У нас завтра еще, да? Если у вас есть какие-то вопросы, вы, пожалуйста, заранее записывайте, чтобы не забыть. Завтра обсудим ваши вопросы. Не стесняйтесь.